Здравствуйте, дорогие друзья. Первый выпуск программы «Смотри, что пьешь». Выходит она в пятницу, сразу после работы. Чистить с ней не стоит. Потеряется всякий смысл. Сегодня мы потестируем такое старое забытое пиво, которое в школе еще пил. Оно было доброе, бархатное, было пиво. Теперь сюда добавляли какой-то мед и вино. Посмотрим, что из этого получилось. Мне кажется, что мед и вино в пиве это говно, честно говоря. Да, честно говоря, нас оно несколько дезориентировало. Мы не разобрались, что берем, но понадеялись на удачу. И главное, что это полтора. Главное, да, это было полтора, соответственно. Дело в том, что пошла тенденция делать пиво в объемах 2,3, 1,4, 1,3, да, которые не оправдывают свою стоимость. Вот. Поэтому добавляется все, что только можно. Да, ну вот в частности, здесь объем оправдан. Вот, и сюда, соответственно, вот, видимо, в эти 0 сколько-то литров мы добавили молока и пардон. Да. Мне лично напоминает вот эту брагу. Домашнюю, которую, да, гнали, собственно, не знаю, сколько она была градусов, но это составляло такой кислый, такой вкус, кисловатый. Ну, это не пиво. Да, это не пиво, это напоминает яблочный сок, достаточно несладкий. С градусом. Немного хлеба. Да, немного хлеба. Как видим, первый блин вышел ком. До встречи в следующем эфире программы «Смотри, что пьешь».